Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Предлагаю посмотреть очередную серию нескончаемого сериала про нашу жизнь в СНТ «Буран». Тем более, что появился новый персонаж. Там дядечка такой, который ворота там ремонтирует. Это мой братка. У него золотые руки, в отличие от меня. Ну, а теперь твоя очередь. А нет. Сонька бегала. А помнишь, Пуська на грозу у нас лаяла всегда? Шуня. Хрюня, ну доставай ведерко, неси ведерко. Вот ты зайка. Давай. Все, все дети. Что, Шуня, некомфортно? Лариська с Сунькой приехали. Сейчас встречать пойдем. Ну что, пойдешь? А пока девицы выгружаются, у меня есть время поблагодарить вас, ребята. Спасибо, что вы нас смотрите, ставите лайки, подписывайтесь. Это нас мотивирует. Отдельное спасибо поэтическим комментариям. Получаю огромное удовольствие. Спасибо за помощь материальную. Это нас действительно очень выручает. Кстати, вот тут был комментарий, типа вы рубите бабки со своих животных. Так вот, ради информации, заработок у меня за прошлый месяц был 3400 рублей. Ну, вот такие вот заработки. Ну, а если честно, мы с Ларочкой богатые люди. Богатые – это не те, у кого много, а тем, кому хватает. Просто мне хочется, чтобы Лариска меньше работала в школе. Ну, устает уже, конечно. Ну, чтобы меньше уставала. Ну, поэтому вот я и монетизирую все ролики. Ну что, все, я поплакался, душу отвел. Традиционно, извините за качество, у меня снова с микрофоном какая-то ерунда, озвучиваю с телефона. Ну все, ребятушки, я ухожу. Пока, дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шуйка.
Он тебе помогает в чем-то, Ген? Ужасный. И он сейчас кто-нибудь из-за забора хвост тебе схватит, будешь тогда лякать. Ты Гидашу охраняешь? Совсем я даже чокнулся на старости лет. А ты, да, головка у тебя слабенькая, ага, да. У него тоже головка слабенькая, как раз. И у меня там шелша, крыша едет. У меня тоже слабенькая. Ну теперь вообще сделаем ворота, нам вообще никто не войдет. Ну и мы, конечно, не выйдем. Сходила бы, Дюш, к Ларочке, там все-таки прохладнее. Где Ларочка, ты не помнишь? Рюнь, где Лариська-то? Ой, пошли! Вот далась тебе это. Дюша, сейчас. Все? Еще? Да подожди. Вот радость какая. Все, хватит уж. Кто там? Там за забором враги. Пойдем посмотрим. Тебе не доверяют пиццу даже. Ларисика, почему ты ему не доверяешь носить пиццу? Дюш, принеси тренировочную, учебную пиццу. Дюш, неси пиццу. Учебную. Неси Ларочке. Дюша! Ларочке неси. Неси, неси. Лариська. Да. Вот. Ой, спасибо, точно несет. Вот, а ты не доверяла ему. Давай что-нибудь, какую-нибудь вкусняшку, что ли. Как учебная граната? Я так не понимаю. Да. Дай ему учебную еду. Дюша, сходи за Сонькой. Сходи за Сонькой. Где Соня? А, нет, сначала надо кормить. Все? Где Сонька-то? Вон ноги. А, вон ноги. Ты
Развернуться. Развернуться не может, Сонька. Не как трейлер. Хрюнь! Разворачивайся. Там есть машина-то или нет? Есть, народ стоит, тетки ругаются. Не болтай, должно быть видно. Где? Ну вот тут вот. Ну сходите да посмотрите. Ну пойдем. Так, я Юж, хорош! Забудьте, забудьте, машинка. Все, идите, ребята, вы так не соберетесь. Иду. Юж, пойдешь с ними? Загнать очередь не стоит. Ну да. Старушки боятся таких собачек. Ой, сейчас телефон возьму. Возьми. Пойду, а? Да, ну не час, но полчаса. Нет, тут... О, ливануло, так ливануло. Мамочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Порывы. Ну как? Да. Мамочки. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Юж, ты этого дракона не победишь, водяного. Кошмар какой. Ну ты шуни. Крышку бы снял. Шунь. Пойдем тебе что-нибудь там сидеть.